есть в распоряжении Йокерита. СКА не пропускает в меньшинстве последние. Нет, только во встрече с Минским Динамо не пропустили. Пожалуйста, пропустили и сейчас. Инны добиваются своего. И Никлас Йенсен на этот раз Хелбергу шансов не оставляет. Да, он в площадь наступил. Он в площадь наступил, я хочу сказать. Вот сейчас я видел. Он наступил в площадь ворот. Поверху вратарю. Первое реализовали, но шайба не была засчитана. Бросок Гранта до Хелберга. Шайба не долетает. Застревает она в этой куче перед его воротами. И опять петербуржцы отбрасываются. А здесь уже Калнынш ошибается. Дергачев перехватывает передачу. И сам открывает счет в этой встрече в меньшинстве. Да, Калнынш. Ошибочка вышла у него сейчас. И Дергачев празднует успех. Бросил это здорово, Дергачев, молодец. Да, безобидная ситуация. Калнынш сначала подарил шайбу сопернику. Ну а затем его еще и на противоходе. Дергачев такое впечатление, что поймал. Калнынш так двигался вправо, потом замер. И в этот момент как раз Дергачев очень хлестко. СКА выходит вперед, и через 12 секунд будет пятый полевой на льду у петербуржцев. И будет ли им Никита Гусев? Ого! А вот это Никлас Йенсен, конечно, дал сейчас. Обыграл этого... Да практически всю там группу игроков на синей линии и из круга вбрасывания. Просто загнал шайбу в ворота. А там, похоже, еще и штангу с перекладиной как-то подвинула. Ляск. Это попадание сопровождал очень серьезный. Подключался Зуб от синей линии, но как раз просто Макс Верн тут залег на пути следования шайбы к защитнику, и бросок сходу не состоялся. А под этот розыгрыш сейчас армейцы были заточены и всем своим видом показывали, что будут играть до конца. Прохоркин взял на себя. И вот чем чреват такой розыгрыш, Ну, во-первых, шайба находится в зоне, где некомфортно наблюдать за ней вратарю. А во-вторых, когда у тебя есть такие игроки, как Прохоркин и Гусев, они действительно могут вот так выехать на пятак. Да, и при этом к сопернику претензий не имел вообще никаких. Даже не посмотрел на атаковавшего Никласа. Тем временем 3-0 Прохоркин. Ну уж если забивать Йокерит, то дублями, действительно. Что мелочиться? Я говорю, надо менять Калнынша. Но... Реагировал Калнынш, но Прохоркин сначала поймал эту шайбу на лету, подправил. Отразившись от щитка Калнынша, она осталась на пятаке. И Прохоркин следующим движением как раз из-под плета ее и забросил. Гусев лучший ассистент чемпионата. Даже Вадим Шипачева обгоняет. Ну а тем временем Кузьменко кружит за воротами. Выдает таки передачищу на Александра Барабанова. И 4-1. Смотрите, что Кузьменко-то вытворяет. Собрал на себе двоих, и опять бедолага Плет на льду находился в этот момент. И падая на целеннейшую передачу, точно на крюк клюшки. И Барабанов вот не смел промахнуться. Вот это Плотников дал сейчас. Просто вколотил шайбу в ворота. 12-я шайба в сезоне у Сергея Плотникова. Мне вообще хочется понять, о чем там думал Райан Заполский. Передача до Цука, и просто как из пушки стрельнул 16-й номер. Ну, гол! Вот так!